экологическая работа в нашей школе ведется давно. Мы участвуем в различных акциях по охране окружающей среды. В этом году ученики 7-х и 8-х классов создали отряд «Экстрим». Сегодня мы участвуем в акции «Вырасти дерево». Ученики с 1 по 11 классов собрали макулатуру и зарегистрировались на сайте. За каждые 30 килограмм макулатуры мы садим по одному дереву, сделаем наш город чище. Мы участвовали в сборе макулатуры. Мы лучшие!